посла Казахстана Эрмека Кашербаева вызвали в МИД России. Причиной стало возвращение в Астану украинского посла Петра Врублевского, объяснила представитель министерства Мария Захарова. Москва рассчитывает, что Казахстан примет меры для окончательной высылки посла. 21 августа украинский посол в интервью блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина постарается, цитата, «убить как можно больше русских». Конец цитаты. Тогда российская сторона потребовала высылки дипломата из Казахстана. Глава МАГАТЭ.